В этот раз профилактическая акция прошла возле Видновской школы номер 4. Инспекторы вместе с юидовцами вручали автомобилистам специальные памятки, призывающие соблюдать правила и быть внимательными в местах возможного появления юных участников движения. Также оставляли листовки на автомобилях, ведь зачастую их водители паркуют в любом удобном месте, в том числе у ворот школы. Такие акции, они плодотворные. Примере, и вот сегодня, да? Мы на примере видели, да, буквально 5 минут прошло, видно, человек, ну, живет рядышком, увидел в окошко, что что-то происходит, и машинку убрали. То есть это действенная мера. Сотрудники ГИБДД напомнили и детям о правилах безопасного поведения на дороге, а также рассказали о дорожных знаках, сигналах светофора и регулировщика. Внимание ребят обратили на то, как важно быть предельно осторожными, переходя дорогу. У нас на территории района проживает 24 309 несовершеннолетних детей. И наша задача, чтобы никто из них никогда не пострадал. А так как допускают взрослые лица игнорирование правил дорожного движения, не всегда пристегивают их в детские кресла, мы хотим привлечь внимание общественности к данной проблеме, а также внимание водителей по правилам проезда на территории и рядом с территориями учебных заведений. Акция «Безопасный двор» проходит ежемесячно возле разных школ города и района, так что водителям стоит быть ответственными и внимательными, соблюдать правила дорожного движения и напоминать о них своим детям. Ирина Бокова, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.